если она нарисована сиреноголовой, вы это видите? Это игрушка сиреноголового, просто посмотрите, какая она! Что происходит? Чё творим, бро, меня зовут Царь Геонис, и бро, срау уже, бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду, ведь, блин, ты же знаешь, перед время Суприм банда будет над всеми, кто не с нами, тот под нами, и как вижу, про тебе песню очень нравится быть под нами, так что скорее вступай в мою Суприм банду, чтобы быть самой сильной бандой на ютубе, а также сегодня со мной видео снимает Настя. И Суприм банда, вы не поверите, но сегодня будет реально очень жесткое видео. В прошлый раз, банда, мы уже начали проверять эту легенду с Макдональдсом, что если в 3 часа ночи зайти в Макдональдс, то там откроется скрытая вкладка Happy Meal. Happy Meal с каким-то монстром. В прошлый раз, банда, мы заказали Happy Meal Cartoon Cat. Сегодня же, банда, я хочу заказать Happy Meal Siren Head до сиреноголового. Только вдумайте, что это может быть. В прошлый раз просто была какая-то жесть. Там была реальная игрушка Cartoon Cat. Я очень надеюсь, банда, что сегодня будет та же самая игрушка, только уже сиреноголового. На часах, банда, уже 3 часа ночи, можно заказывать этот Happy Meal. Тем не менее, давайте уже зайдем в этот Макдональдс. Просто жесть, банда, я все еще в шоке с прошлого раза. Что будет сегодня, я не знаю. Окей, банда, вы не поверите в это, но здесь уже открылась эта вкладка. Happy Meal Siren Head, Happy Meal сиреноголового. Это просто жесть, эта легенда реально правдивая. Окей, тем не менее, банда, он стоит целых 200 гривен. Давайте попробуем посмотреть, что ходит внутренности, что у него внутри есть. Окей, банда, здесь не очень много всего, тем не менее. Чикенбургер, в принципе, что и было в прошлый раз, фри маленькая, и напиток со вкусом 3 точки. То есть там будет какой-то секретный напиток. А также, банда, посмотрите, плюс игрушка Siren Head. То есть мы получим реальную игрушку сиреноголового. Это будет просто нечто, банда. Окей, не знаю, как вы там, но я уже хочу его заказать и проверить это все. Я добавляю эту в корзину и заказываю. Окей, банда, в принципе, я уже заказал. Мне просто в это все не верится. Господи, мы реально заказываем какие-то адские хэппи милы. Тем не менее, банда, давайте на это видео наберем 10 лайков. И тогда, банда, я закажу Happy Meal говорящего Тома Экзе. Только представьте того самого Тома, которого мы уже уничтожали. Того самого, на котором мы уже делали куклу воду. Это будет просто нечто, банда. Так что скорее ставь лайк, а также подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти. И в своих инстаграмах мы общаемся с вами, Суприм банда. Всего лишь, что тебе нужно, подписаться на мой инстаграм, на инстаграм Насти, написать нам директ и все. Жди, бандит, уже совсем скоро мы ответим именно тебе. Так что скорее ссылка в описании, ставь лайк, а мы тем временем ждем, когда мне позвонит курьер. Погнали! Я так надеюсь, что все будет не так, как в прошлый раз, когда игрушка просто ожила. О, черт, Настя! Мне написал курьер, посмотри, просто жесть! Привет, я курьер, я подъезжаю к вашему дому, можете выйти забрать заказ! О, господи, банда, очень надеюсь, что будет все без происшествий, как было в прошлый раз, когда курьера просто как-то снесло крышу, она просто убежала. Окей, на седьмого уже будем идти забирать этот заказ, просто жесть, Суприм банда! Мне прям это не верится, господи, быстрее идем, Настя! О, господи, надеюсь, все будет нормально, потому что то, что было в прошлый раз с курьером, это просто жесть. Окей, тем не менее, банда, он где-то подходит к моему дому. Надеюсь, что все не будет так, как в прошлый раз. Тем не менее, банда, я очень переживаю. Господи, мы снова заказали Happy Meal. Окей, банда, где ты уже должен подходить сюда? Я, в принципе, никого не вижу. Окей, давай выйдем. О, черт. И что это? И где вообще курьер? О, господи, Суприм банда, просто посмотрите на это. Это Happy Meal сиреноголового и напиток. Но где хоть кто-то? Кто вообще это доставил? О, господи, это просто жесть, банда, вы это видите? Просто нету никакого курьера, господи, такая жесть. Окей, думаю, нужно это все забрать и забрать напиток, уже уходить отсюда. Что это было вообще? Не знаю, но это просто жесть, никакого курьера. Она просто стояла. Окей, тем не менее, банда Happy Meal сиреноголового. Давайте уже откроем, что там есть, просто жесть. Окей, банда, все так же, как было в прошлый раз. Какая-то жидкость и Happy Meal. Просто посмотрите на эту картинку. Господи, здесь реально нарисованы сиреноголовые, вы это видите? С второй стороны то же самое, что было в прошлый раз. Просто жесть, банда. Окей, банда, в прошлый раз начинали с этого. Сегодня давайте уже начнем с Happy Meal. Посмотрим, что из него внутри. О, посмотри, что это такое. Господи, это какая-то краска или кровь. Черт, банда. Я уже вот испачкался. Окей, банда, давайте откроем Happy Meal. О, господи, просто жесть. Посмотрите, сколько там всего. И где-то там должна быть наша игрушка. Что это такое, банда? О, господи, просто посмотрите. Это вместо картошки фри, банда, вы это видите? Здесь просто листочки в крови, это просто жесть. Возможно, банда сиреноголовый кого-то убил. И во время того, как он убивал, кровь брызнула на дерево. И он просто сорвал эти листочки, положил в этот Happy Meal, банда, это просто жесть. Вы это видите, господи? Здесь просто все в крови со всех сторон, это такая жесть. Господи, я и подумать не мог, что сразу же будет такое. Черт возьми, Суприм банда, мне уже страшно. Это реально выглядит как кровь, банда, вы это видите?
Она, кстати, даже довольно свежая. То есть то, что было на упаковке, это кровь. Черт, это все-таки была реальная кровь, панда. О, господи, окей, пока что отколдух, я пил, не хочу на это смотреть. Давайте посмотрим, что у нас здесь в напитке. В напитке было указано 3 точки, то есть здесь какой-то секретный ингредиент. Вы слышите, панда, там что-то есть. О, господи, окей, давайте откроем, посмотрим, что там. Окей, вроде бы пока что ничего не видно, обычная жидкость. На запах оно как зелья. Клянусь, это как будто сварили зелья. Окей, банда, давайте немного сольем зелье, посмотрим, что там есть. О, черт, я уже вижу, что там, банда, посмотрите. Там стекло, вы это видите? А что, если бы кто-то взял, выпал с этой крышечки, он бы не увидел стекло. И просто проглотил бы, и он бы сразу же умер, банда. Это просто жесть, вы это видите? Там реально стекло. О, господи, окей, это нужно будет как-то сделать. Но что это такое? Что это за зелье, посмотри. Оно серьезно воняет зелем, просто жесть. А возможно, это зелье сиреноголового. О, господи, банда, окей, знаете что, давайте так. 25 тысяч лайков, мы выпьем это зелье сиреноголового. И я посмотрю, что тогда со мной будет, если это, конечно, зелье сиреноголового, банда. О, господи, просто жесть, это стекло, это такая жесть. Возможно, кто-то бы реально мог умереть из-за этого. Окей, тем не менее, банда, давайте продолжим смотреть, что у нас здесь еще есть в Хэппи Милле. Этот напиток, это просто жесть. Теперь я понимаю, почему там было 3 точки. Это из-за того, что это зелье сиреноголового. Окей, банда, теперь еще в этом Хэппи Милле должен быть бургер. После той картошки фри так званый должен быть бургер, просто жесть. Вот этот бургер, фу! О, господи, почему оно так воняет? Чё, что с ним? Просто жесть. Окей, здесь игрушка, банда. Это игрушка сиреноголового, просто посмотрите, какая она. Это реальная игрушка, банда, вы это видите? Она так хорошо сделана, чёрт, даже на руке что-то есть. Просто жесть, супер, банда, вы это видите? Это реально такая коричневая игрушка сиреноголового. В прошлый раз в Хэппи Милле была игрушка Cartoon Cat, и потом она просто ожила. Очень надеюсь, что этого не будет с игрушкой сиреноголового. Просто посмотрите на это. Это реальная игрушка сиреноголового, банда. Вы это видите? О, господи, окей. Давайте пока что посмотрим, что в этом бургере. Почему он так сильно воняет? Просто жесть, суприм, банда. Фу! Господи, какой же он вонючий! О, черт! В прошлый раз мы открывали бургер, и там было человеческое мясо. Что будет здесь, я не знаю. О, господи, Настя! Просто посмотри на это! Он полностью уже сгнил. Черт! Фу! Он просто воняет, банда. Господи, окей, давайте откроем, посмотрим. Просто посмотрите на этот бургер, банда. Он полностью уже испортился. О, господи, на нем уже плесень. Господи, как же он воняет. Меня сейчас тошнит. Меня тоже просто жесть. Просто посмотрите на это. О, господи, у него прям уже внутри даже плесень, банда. Вы это видите? Не знаю, где лежал этот бургер, но это просто ужасно. О, господи, банда, просто посмотрите. Фу! Господи, он полностью сгнил. Это такая жесть, суприм, банда. Этот бургер полностью испортился. Как вообще такое могли доставить из Макдональдса? О, господи, он нужно срочно его куда-то убрать. Это просто жесть, банда. Этот бургер, это реально жутко. Тем не менее, банда, мы все-таки... Фу, господи, его нужно просто куда-то выбросить. Тем не менее, банда, мы все-таки получили игрушку сиреноголового. То, что так хотели. Просто посмотрите, какая это игрушка. Она очень сильно похожа на реального сиреноголового, банда. Вы это видите? Окей, тем не менее, банда, у нас не было курьера. А в прошлый раз той девушке, мне кажется, что-то сделал Cartoon Cat. Потому что он очень сильно ее запугал. А что, если с этим курьером сделать что-то сиреноголовое? Я думаю, банда, нужно позвонить службу доставки Макдональдс и узнать, что произошло с курьером. И он вернулся обратно к ним здоровым и живым, потому что сиреноголовый мог его запросто убить. А возможно, даже сиреноголовый убил его, и это кровь уже этого курьера, банда. Давайте скорее позвоним Макдональдс и узнаем, что там с ним. Что с этой игрушкой не так? Какая-то она странная. И какие-то кнопки. Или что это? Нужно показать Сереже. Сереж! Окей, я позвонил в Макдональдс, просто жесть. К нам никого не отправляли. Я не знаю, как это оказалось у нас. Они тоже этого не знают. Просто жесть, суприм, банда. Сереж, здесь на игрушке какие-то кнопки. Окей, правда, здесь какие-то кнопки. Вот одна, вот вторая. Зачем они вообще здесь? Может нажать? Не знаю, думаешь, стоит того? Ну давай. Окей, давай попробуем нажать на ногу. Черт, что это было? Это был сиреноголовый, ты это слышала? Да, слышала.
слышала! Просто жесть, что, черт возьми, только что было! Окей, а что если эта кукла Вуду на сирене наколола, и эти кнопки делают ему больно? То есть, погоди, кто-то сделал куклу Вуду на сирене голову, с помощью которой мы можем его убить, а еще у нас было зелье сиреноголового! То есть, можем убить сиреноголового, а потом самим стать сиреноголовым! Вот зачем все это сделано! Просто жесть, окей, если сейчас сюда придет сиреноголовый, он просто разрушит нас дом! Ну, мне нужно пойти на улицу, посмотреть, что это! Тем более, на улице уже немного виднеется, уже там 24 утра! Скорее идем, Настя! Господи, панда, эта кукла Вуду, это просто жесть! Окей, на улице уже довольно светло! Тем не менее, панда, кто-то сделал эту куклу Вуду с глины, просто посмотрите на это! Окей, думаю, что нужно еще как-то испробовать! В прошлый раз мы просто жестко услышали сирену, как будто сирена головы где-то здесь был! Окей, давай нажмем на еще одну кнопку! Да, давай! О, господи, окей! Ты слышишь? Да! Как будто кто-то бежит, черт! О, господи, как будто что-то огромное бежит, панда! Да, выключай! Я не могу нажать, оно не нажимается! Сильнее! Я не могу, Настя, не работает, просто жесть! Я пытаюсь его даже вытащить! О, господи, скорее идем в дом, это просто жесть! Это уже слишком опасно, Настя! Господи, Суприм Панда, вы это слышали? Это был реальный сиреноголовый, он бежал сюда! О, господи, только не это, хоть бы наш дом не разрушил! Пойдем посмотрим, что там! Просто жесть, Панда! Только Настя, тихо! Сирена появляется, ты это слышишь? Да! Господи, просто жесть, Суприм Панда! О, господи, Настя, он где-то здесь, я его отчетливо слышу! Да, просто жесть! Он где-то здесь, Суприм Панда, ты реальный сиреноголовый! О, господи, только не это! Хоть бы нас никак не убил, потому что это будет жесть! Тем не менее, панда, вы сами это видели, это было очень опасно. Вы знаете, панда, 25 тысяч лайков, я петусили сиреноголового. И посмотрим, что будет тогда. А также провод комнаты с прошлого видео, просто без какие шикарные. Идеальные комментарии. А брось, труд, ты хочешь посещать видео, всего лишь вы запустите ниже. Нажимай колокольчики, все, брось уже на видео. Лайк, кулак, комменты, на видео, панди. Даже скорее пиши комментарий. А также, бро, не забывай про мой инстаграм Настя, где мы общаемся с вами, Суприм Панда. Подписывайся и жди наш ответ. И бро, помни одно, оставайся таким шикарным. Пока!